Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию обзор на модель Т-55А от фирмы Tamiya. Такая вот глянцевая, красивая коробочка. На боках нанесены варианты окраски, деколировки модели. Модель можно сделать с данного набора чешской, польской и советской. Как видите, не очень много в коробке литников, и все они упакованы в целлофан. Сейчас аккуратненько распакуем и продолжим обзор дальше. Распаковал литники, немножко их рассмотрел. В набор входит 5 литников, верхняя часть корпуса и ванна корпуса. Также в наборе виниловые траки. Посмотрел литнички, друзья, реально наборы Tamiya, наборы для тех, кому хочется легкой сборки, хочется отдохнуть от моделизма или сделать свою первую модель. Потому что труда это не составит, друзья. Советую для всех начинающих начинать с моделей фирмы Tamiya. Рассмотрим первый литник. Деталей не сильно много. На литнике башня и элементы для башни. Набор 2002 года, не очень старый, хотя многие знают, что Tamiya и 80-х, и 90-х годов собирается очень хорошо. Кому интересно, после видео будет фотообзор. Очень неплохое литье набора, нету ни стыков пресс-форм, шва нету, облоя и утяжен не видно вообще. Очень хорошо отлита маска орудия. Приятно держать такие наборы в руках, а еще больше приятней их собирать. Два одинаковых литника с катками. Катки отлиты одной деталью. Сейчас уже стало модно на моделях делать бандажи и катки отдельно. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Но каждому свое. Здесь катки выполнены очень хорошо. Очень хорошее, грамотное литье. Здесь на каточках немного присутствует шов от пресс-форм, но он уберется без всякого труда. В наборе даже дается
фигурка танкиста. Очень хорошо отлиты все элементы. Набор несложный. И на нем я буду, так сказать, отдыхать. Так вот простенько дана верхняя часть корпуса. И ванна корпуса дана одной деталью. Вот, друзья, что такое фирма Томея. Сразу сложил, все сразу хорошо сошлось. Как видите, даже нету щели. В наборе идут виниловые гусеницы. Сделаны, в принципе, они неплохо, но я хочу заменить их на металл. Также в наборе дана такая синтетическая сеточка. Не буду распаковывать, чтобы не потерялись. Втулочки здесь не на литнике, пока они закрыты, не рассыпались. Но силиконовые втулочки для катков здесь в наличии. В наборе дана довольно неплохая декаль. Но, на мой взгляд, немножко декаль толстовата. Как она будет привариваться на модель, посмотрим в ходе сборки. А может быть, даже и не будет использоваться эта декаль на модели. И дана инструкция. Инструкция дана в виде книжечки. Обычно Томея дает такие разворотики, которые не очень удобно держать во время сборки. А вот когда инструкция сделана в виде книжечки и удобно ставить перед собой на подставочке, перелистывать и собирать модель. Схематично все очень хорошо показано. Нету ничего сложного. Все понятно, доступно. Очень хороший принт сборки. Вот здесь видим советская армия Т-55А. Польская армия. И армия Чехословакии. На этом, друзья, буду заканчивать. Всех вам благ. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Если вас заинтересовала данная модель, то вы ее можете приобрести на сайте магазина «Я моделист». Ссылочка будет в описании под видео. А теперь переходим к фотообзору.